Инженер Сэм Хардинг, 5 апреля 2145 года. Я только что закончил ремонт магнитных замков и существенно перепрограммировал датчики давления в системах монорельса. Мои коллеги и я уверены, что несчастный случай недельной давности больше не повторится. То, что случилось на прошлой неделе, это чудовищно, но такого просто не могло произойти. Внутренние датчики давления сообщили компьютеру, что внутри вагона якобы вакуум. К сожалению, компьютер решил, что единственный способ ликвидировать перепад давления – открыть все двери и уравнять давление снаружи. Я сегодня перешерстил 15 с лишним тысяч строк кода и так и не понял, почему могла возникнуть такая ошибка. Но в логах все ясно как день. Честное слово, такое впечатление, что черти шутили с системой, не иначе. Но я уверен, что новые уровни защиты, которые я добавил в код сегодня, исключают возможность повторения инцидента. Я отправляюсь на входную платформу «Дельта» по запросу инженера Джима Торбина. Надо починить неисправный охранный датчик, из-за которого дверь застревает. Конец записи. Остановка «Очистной завод». Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – вторая площадка. Ты чего делаешь? Я тут сижу в вагоне, жду напарника. Он ушел посмотреть, что происходит. Не вернулся. Не знаю, где он и что с ним. Я не понимаю, что за чертовщина тут творится. Но наверняка тут замешан те артефакты, которые мы раскопали на второй площадке. Не иначе умники из Дельты что-то перемудрили. Помните, безопасность прежде всего. Пожалуйста, не выходите из вагона без защитного скафандра. В случае аварийной остановки вам на помощь будет немедленно отправлен наряд охраны. Счастливого пути. Остановка, вторая площадка. Внимание! Отказ воздушного шлюза. Пожалуйста, сообщите о неисправности в технический отдел. Спасибо и всего вам доброго. В комплексе «Дельта» опасно, ты псих! Не ходи туда! Честно говоря, и тут в поезде вряд ли безопасно. Мы же не знаем, что дальше. Я не сойду с поезда, пока мы не доберемся до «Дельты». А дальше, как знаешь. Честно говоря, и тут в поезде вряд ли безопасно. Мы же не знаем, что дальше. Thank you.
Чарльз Холлис, генеральный директор по археологическим исследованиям. 5 сентября 2145 года. В связи с необходимостью экономии ресурсов, совет директоров принял решение отключить все устройства жизнеобеспечения в зоне второй площадки. Решение вступает в силу 1 октября сего года. Завтра я разошлю руководителям групп запросы о положении дел с переносом работ на третью площадку. Мы считаем, что собрали на второй площадке достаточно полезного материала для наших проектов, а потому теперь следует сосредоточить все усилия на исследовании третьей площадки. Конец записи.
Убить его! Внимание! Автоматическая турель отключена.